Ознакомьтесь с основными функциями системы AirLink 2, нашего нового инновационного планшета с удобным и понятным интерфейсом, благодаря которому вы сможете полностью раскрыть возможности автомобиля. Первое время система AirLink 2 будет входить в инновационную комплектацию новой модели автомобиля Espace с большим 22-сантиметровым экраном в портретном режиме. На другие модели может устанавливаться экран с диагональю 17,8 см в альбомном режиме. В AirLink 2 реализованы новые возможности управления основными функциями автомобиля и просмотр их информации. Возможности системы огромны, от настройки освещения до регулировки режима вождения Multisense, включая управление различными средствами помощи водителю. Изящный и продуманный дизайн системы AirLink 2 обеспечивает естественное и интуитивно понятное управление. В основе эргономичности системы лежат широкие клавиши и кнопки с четкими подписями. Понятные и краткие меню упрощают и ускоряют настройку системы. Система AirLink 2 автоматически включается и приветствует вас, когда вы садитесь в салон. Экран приветствия AirLink 2 состоит из четырех главных страниц. На первой находятся часы и сведения профиля, фотография и имя. В заголовке указаны все сведения по активным функциям. Остальные три страницы можно настроить по своему вкусу. Главное меню состоит из трех зон. Обзор шести разделов, с которыми связаны все системы навигации. Мультимедийная система, телефон, приложение Apps, автомобиль и система. В строке меню находится кнопка возврата, кнопка вызова контекстного меню и неподвижный заголовок со сводной информацией кондиционера. В системе AirLink 2 предусмотрено множество вариантов подключения к ней различных устройств. При доставке автомобиля специалисты Renault помогут вам активировать службы. Для удобства навигации во всех меню AirLink 2 можно вызвать контекстные меню. В них содержится дополнительная и специальная информация. В этом контекстном меню можно перейти к руководству пользователя и ознакомительному видео по AirLink 2. Некоторыми функциями AirLink 2 можно управлять, не отвлекаясь от дороги. Например, с помощью переключателя на рулевом колесе можно регулировать уровень громкости или отвечать, завершать телефонный вызов. В зависимости от комплектации автомобиля к некоторым основным функциям AirLink 2 можно перейти, используя кнопки рядом с экраном системы. Например, для перехода на главную страницу или вызова средств помощи водителю. В новой модели Espace с системой AirLink 2 можно управлять с помощью многофункциональной центральной панели управления на подвесной консоли. В будущем эта панель будет также устанавливаться на некоторые другие автомобили Renault.